Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в Большом зале филармонии необычный вечер. Мы хотели в этот вечер поздравлять Михаила Михайловича с прекрасным 95-летием. А получилось так, что у нас сегодня вечер памяти. Светлой, солнечной памяти. О легенде нашего города, нашем великом земляке, почетном гражданине Санкт-Петербурга, участнике Великой Отечественной войны, полковнике, заслуженном мастере спорта и заслуженном тренере Российской Федерации, профессоре Михаил Михайловича Боброве. Я приглашаю на сцену губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко и председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова. Добрый вечер, уважаемые почетные граждане Санкт-Петербурга, дорогие друзья. Николай Витальевич только что сказал действительно такие печальные слова. Мы планировали этот вечер как вечер чествования замечательного человека, 95-летия со дня рождения Михаила Михайловича Боброва, почетного гражданина нашего города, настоящего ленинградца, петербуржца, человека с большой буквы. Но сегодня этот вечер превратился в вечер памяти. Но мне кажется, что Михаил Михайлович все равно присутствует среди нас, потому что о нем просто невозможно сказать «был». Это человек действительно любящий, искренне любящий жизнь. Человек-огонь, человек, рядом с которым всегда тепло, всегда интересно. Всегда хочется, следуя его примеру, что-то творить, творить позитивное. Он принадлежал к удивительному поколению, к поколению победителей, тех людей, которые выстояли в годы Великой Отечественной войны, подарили нам возможность сегодня здесь мирно жить, трудиться, воспитывать детей, внуков, поколению, которое восстанавливало нашу страну после Великой Отечественной войны. Поднимала народное хозяйство, поднимала из руин города и села, поколению, которое действительно доказало всему миру, что наша страна, наш народ непобедимы. Поколение, которое научило нас преодолевать любые трудности и понимать, ради чего мы живем. Михаил Михайлович – удивительный человек. Его недаром, наверное, называли и называют хранителем ангела, потому что тот ангел, которого он спас в годы Великой Отечественной войны, сегодня хранит всех нас, петербуржцев. И только за это мы должны быть ему благодарны. Я уж не говорю о том многом, что он сделал за свою большую, красивую, по-настоящему искрометную жизнь. Потому что и послевоенные годы он практически полностью себя отдал спорту. Он воспитал не одну плеяду замечательных спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов, которые, по примеру своего тренера, своего воспитателя, несли высокое звание российских спортсменов, российских людей, русских людей. И мне, я считаю, в жизни очень повезло, я достаточно часто общался с Михаилом Михайловичем и действительно постоянно заряжался от него вот этим позитивом. Вы знаете, всегда было приятно смотреть, когда он общался с молодежью. Казалось бы, человек, за плечами которого большая жизнь, мы знаем, как иногда молодежь относится к людям старшего поколения, но они просто на него смотрели, как на своего кумира, горящими глазами, потому что он умел зажечь. Умел зажечь людей разных поколений, разных возрастов, разных профессий, потому что ему было чем зажечь. Он их зажигал своим сердцем, теплом своего сердца. И этот человек, естественно, я уверен, его пример, его образ и дальше будут путеводной звездой многим поколениям петербуржцев,
тем, кто придет вслед за нами, потому что это человек, с которого можно и необходимо брать пример. А в нашей памяти он всегда останется таким добрым, жизнелюбивым, искренним и очень красивым и душой, и внешне. И я думаю, что и сегодняшний вечер мы с вами должны, друзья, в первую очередь посвятить именно вот этому чувству. Чувству светлой памяти, отнюдь не грусти, а светлой памяти, и не печали, а светлой памяти о замечательном человеке, настоящем ленинградце, петербуржце Михаиле Михайловиче Боброве. Спасибо большое. Уважаемый Георгий Сергеевич, уважаемые почетные граждане города-героя Ленинграда, города Санкт-Петербурга, дорогие друзья. Вот есть в каждом государстве и в каждой эпохе люди, которые составляют его мощную духовную силу, духовную суть, и о которых говорят, это соль земли. Вот к числу таких людей, которые составляют национальные, составляли национальную гордость нашей с вами России, нашего Отечества, Советского Союза, мы в полной мере относим Михаила Михайловича Боброва. Вот Георгий Сергеевич здесь очень хорошо заметил, что у этого человека было очень много регалий, постов, должностей, но он был очень светлый и искренний. Михаил Михайлович был искренен во всех, в делах, в словах, в поступках и в тех величайших достижениях, которые ему жизнь определила. Вот Белинский говорил, что самая лучшая, самая святая, самая великая слава – это народная слава. Мы с Георгием Сергеевичем так получилось, что были в командировке, когда узнали об этом тяжелом известии, и не проходило часа, чтобы мы не возвращались к этому человеку, к его памяти, к его достижениям, к его великим делам. Это была такая, я бы сказал, драматическая степень переживаний за этого человека. То, что нам будет его всем не хватать, это не просто слова. Это действительно самое, я еще раз подчеркиваю, высочайшее переживание. И когда говорят, что нет такой награды, о таких людях. Такая награда, я не устану это повторять, она одна единственная в этом мире и в этой жизни. Это наша память. Я вот здесь вижу курсантов, офицеров, генералов Космической академии Можайки, нашей великой Можайки. Здесь сослуживцы, однополчане его по кафедре. Я вижу заслуженного мастера спорта Елену Нечаеву, Альберта Павловича Сосулина, Владимира Андреевича Дробота, которые с ним проработали очень многие-многие годы и десятилетия. Я хочу сказать, уже сейчас они наметили целый план мероприятий, как сделать так, чтобы имя Боброва вот на небосклоне нашем, ленинградском, петербургском, осталось навеки. И чтобы проходили годы, десятилетия, века, но имя Михаила Михайловича Боброва, величайшего гражданина нашего Отечества, нашего с вами земляка, нашего близкого, родного человека – оставалась навсегда и в памяти народной, и для будущих поколений очень важно. И каждый из нас может сейчас произнести вот эти великие слова. Мы счастливы быть его современником. Мы были счастливы быть его современниками. И пусть навеки, я еще раз подчеркиваю, наша память об этом человеке останется. Это наш великий долг и святая обязанность. Спасибо всем тем, кто присутствует здесь. И его детям, особенно Александру Михайловичу, Михаилу Михайловичу, всем, с кем мы дружим, будем дружить. И мы с Георгием Сергеевичем, еще раз подчеркиваю, склоняем голову перед памятью этого великого человека. Он с нами останется на годы, десятилетия и на века. И с каждым из нас. Наш любимый, дорогой, родной Михаил Михайлович Бобров.
Дорогие друзья, мы открыли наш вечер фрагментами из 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича не случайно. 9 августа 1942 года Михаил Михайлович Бобров в тяжелейших условиях блокады Ленинграда, самые тяжелые дни для нашей страны, вместе с сотнями других ленинградцев присутствовал на премьере этой симфонии. Вот как он сам рассказывал об этом. Внимание на экран. Дорогие и любимые друзья, большое спасибо, что вы присутствуете сегодня на этом торжественном концерте. И мне все это напоминает блокадные годы. Мы только вчера отметили печальную дату, когда замкнулось кольцо блокады вокруг нашего Ленинграда. А на сцене филармонии я стою второй раз. Первый раз я стоял 9 августа. Вот у крайней колонны, вот там. Опершись, подпирая эту колонну. На концерте Шостаковича, когда исполнялась 7-я симфония. Руководил этим оркестром Карл Ильич Лязберг. Лязберг собирал очень интересно симфонистов, оркестрантов со всех участков нашего Ленинградского фронта. Их не было много. Все воевали. Были отдельные виолончелисты с перевязанной рукой, но уже на виолончели они пытались что-то, так сказать, создавать. Но дело в том, собрать людей было трудно. Был приказ маршала Говорова собрать всех живых еще оркестрантов, собрать их на сбор, и вот был полуторамесячный сбор по подготовке к исполнению 7-й симфонии Шостаковича. В проходах, везде на храх, везде были люди. Но больше всех меня поразило, было очень много раненых. Кстати, они все были из госпиталя, который помещался в инженерном замке. Это очень близко, и ходячие больные имели такую возможность сюда попасть. Хотя попасть сюда было трудно, только по специальным приглашениям. Раненых пускали, сидели в проходах, стояли кто где мог. Вот здесь сидело все руководство города. Симфония, конечно, потрясла всех. Это был великий для нас праздник. Это сейчас мы сидим, электрическое освещение, красивые здания, старинное дворянское собрание. Вот эти наверху фрамуги, все эти окна, они были выбиты. Где-то, может, стекло осталось, переклеенные газеты, но, в принципе, все было забито фанерой. Свет, газ, артиллерийская канонада продолжалась. В общем, город жил. Жил, любил, строил, создавал, рождались дети, учились. Жизнь шла своим чередом. И мне хочется вспомнить стихотворение Бергольц. Помните, когда она говорит: в грязи, во мраке, в голоде, в печали, когда за нами смерть, как тень, тащилась по пятам, такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурной дышали, что внуки позавидовали нам. Это было на самом деле так. Жили на грани смерти. Но мы были свободны, боролись сами за себя, отстояли этот прекрасный город. Спасибо. Седьмая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича, да, собственно, как и сам Михаил Михайлович Бобров, стали настоящими подлинными символами блокадного Ленинграда. На ваших креслах лежали, когда вы вошли в зал, фотоальбомы, которыми организаторы фестиваля готовились к юбилею Михаила Михайловича. К великому сожалению, этот фотоальбом Михаил Михайлович так и не увидел, не успел. Каждый из вас сегодня получил этот фотоальбом на память о Михаиле Михайловиче Боброве. Мы благодарим фонд Вячеслава Адамовича Зеренкова «Созидающий мир» за финансовую помощь в издании этого фотоальбома
и в проведении сегодняшнего концерта. Мы благодарим Вадима Николаевича Александрова за создание удивительного фильма к юбилею Михаила Михайловича Боброва, который юбиляр успел посмотреть, и все жители нашего города могли его увидеть на телеканале «Санкт-Петербург» 11 августа. Я приглашаю к микрофону, на сцену почетного гражданина Санкт-Петербурга Вадима Николаевича Александрова. Уважаемые товарищи, уже говорили, собирались встретиться сегодня мы вместе с Михаилом Михайловичем и надеялись, очень надеялись. Но, к сожалению, не получилось. Но память о нем еще крепче будет в наших сердцах после всего того, что мы сегодня услышали уже от губернатора города, председателя законодательного собрания. Я считаю, что 95 лет – дата достойная, которую прожил Михаил Михайлович. Многие считают, что было бы здорово, если бы прожили 95 лет. Но вместить в эти 95 лет столько событий в этой жизни практически нереально. Многим требуется для этого сотни лет. А он уложился. И уложился... 16 лет уже был альпинистом, закончил курсы определенные. 17 лет стал инструктором-альпинистом, 40-й год. 41-й год рвался на фронт, но не было 18 лет, нельзя было. Поэтому отправляли его в тыл врага, и 5 раз он ходил, 5 раз. На 5-й раз был тяжело контужен и с трудом добрался до расположения своих частей. Сколько успел человек, только начались события на Кавказе, пригодился его альпийская подготовка. И он поехал бороться с дивизией Эдельвейса, вы знаете, которая на Северном Кавказе была, и закончил там войну. 22 года, а столько уже переделано было. Он родился 11 сентября. Это очень символично, это день физкультурника. И остальную жизнь он отдал спорту. И не только спорту. Он и сам занимался спортом и принимал участие. Но сколько воспитал он выдающихся мастеров спорта. Героев, олимпийских чемпионов, мировых чемпионов. Закончив Академию Можайского, а затем работая в институте, тоже на кафедре, в университете, на кафедре спортивного мастерства, он всю жизнь отдавал себе. И нельзя сказать, что он был где-то на кафедре, он никогда не был, он был, числился, но занимался он спортом не так, как многие у нас профессора и руководители занимаются. Он занимался их, отдавая всего себя. И результаты великолепнейшие были, великолепнейшие. 80 лет. Трудно себе представить. Михаил Михайлович берется за то, чтобы водрузить знамена на всех вершинах мира. И он практически это сделал. Больше того, он добрался до Северного и до Южного полюсов. И за это занесен в книгу Гиннесса, как самый старейший человек, попавший на Северный полюс. Ну, можно очень много повторять, что он еще сделал. Сделал он чрезвычайно много. Но вы знаете, чтобы вот посмотреть и что-то сказать еще о Михаиле Михайловиче, надо посмотреть на его портрет. Вы понимаете, он вот и сейчас, мне кажется, думает, а что же я еще не доделал? Что же я еще не доделал, чтобы сделать этим людям хорошее?
Я очень горжусь, что мне повезло быть в одних рядах с Михаилом Михайловичем, что с ним довольно часто общаться. Я просто счастлив от этого. Ну и, конечно, память о нем навсегда останется в наших сердцах. Дорогой Михаил Михайлович, спасибо за внимание. Наверное, стоит сказать какие-то особые слова благодарности всем, кто был рядом с Михаилом Михайловичем в самые последние трудные месяцы борьбы с тяжелой болезнью. Всех тех, кто поддерживал, помогал избавиться на время от боли, опять поверить в свои силы, улыбаться, дойти до великого юбилея 95-летия и только потом уже чуть-чуть опустить руки. Здесь сегодня бобровы. Бобровы 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. Вот в этой ложе. Давайте поблагодарим всех бобровых за их великого отца, деда и прадеда. Спасибо. Жизнь Михаила Михайловича была всегда похожа на удивительное путешествие в историю России. Это путешествие вместило в себя множество событий, встреч, достижений. Самое главное, что отличало его от других людей, это его удивительный, совершенно всепобеждающий, оптимистический взгляд на жизнь. Его способность простить другому ошибки и потребовать спросить сынова за то, что было не сделано или сделано не так, как надо. Он был неиссякаемый оптимист. Он верил в безграничные возможности человеческой натуры и был уверен, что человек способен на гораздо большее, чем показывает в жизни иногда. Он все время хотел изменить мир к лучшему. Он знал цену победам и никогда не унывал перед невзгодами. Сам он про себя говорил так: «На мою долю пришлось столько приключений, сколько не переживут и несколько человек за всю свою жизнь». Это действительно так. Им написано множество книг, но последняя его книга была самим Михаилом Михайловичем названа так, как мы и назвали сегодняшний вечер памяти Михаила Михайловича. «Я люблю тебя, жизнь». Сегодня мы перелистаем страницы его книги. «Моя судьба достойна приключенческого романа. Я не позирую. Жизнь необычайна и удивительна. Ее можно назвать одним словом – фейерверк». Исаак Шварц, «Ночной фейерверк», исполняет наш оркестр. Thank you.
Из книги Михаила Боброва. Родился я 11 августа 1923 года в Петрограде. Отец Михаил Михайлович Бобров был четвертым Михаилом в роду. Сохраняя традиции, Михаилом назвали меня. Я своего сына, сын внука, а внук правнука. Таким образом, правнук восьмой Михаил Михайлович. У меня очень хорошие сыновья, такие, что лучше не придумаешь. Мы с ними друзья. Они инженеры-корабелы, мастера спорта международного класса, занимались академической греблей, были чемпионами СССР. Словом, хорошие мужики. Вообще, генеалогическое древо Бобровых восходит к петровским временам, когда предки его из подмосковной Коломны перебрались возводить новый город и строить корабли. До последней минуты жизни сыновья были рядом с отцом. Вам посвящает вокалист Сергея Рахманинова, солистка Михайловского театра Екатерина Фенина, сопрано.
из книги Михаила Боброва. «Мне в жизни здорово повезло. Я встретил на жизненном пути такую деву, от которой голова пошла кругом. Это была удивительная женщина, сказочная, спортсменка, прекрасный ученый. В войну летала штурманом, потом окончила Академию имени Можайского. Я понял, что эту женщину я ждал всю жизнь. Мы прожили 58 лет в любви и согласии. О Ларисе можно говорить только в превосходной форме. Прекрасная жена, отличная мать, надежный и преданный друг, талантливый ученый, обожаемая родными и близкими. Наша семейная жизнь была очень насыщенной, содержательной и интересной. В семье все держалось на взаимном уважении, любви и доверии. Стержнем семьи была Лариса. И так было всегда.
Кавказ – моя вторая родина. Я листаю дальше страницы книги Михаила Михайловича Боброва. Вот что он пишет. В 1940 году я закончил школу, сдав выпускные экзамены. 16-летним юношей я отправился на Кавказ, где впервые увидел горы и навсегда оставил им свое сердце. В возрасте нынешних первокурсников я стал командиром горно-стрелкового отряда. Дальше война для меня продолжалась на Кавказе. На перевалах главного Кавказского хребта сражались против немецкой горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс». С грустью и нежностью всегда буду помнить своих друзей, которых уже нет сегодня, с кем я прошел через жестокие бои на центральных перевалах главного Кавказского хребта. В нашем 5-м ОГСО был настоящий интернационал. Грузины, азербайджанцы, греки, турки, осетины, армяне, русские и, конечно, сваны. Среди бойцов были и православные, и мусульмане, но все были как родные братья. Кавказ – моя вторая родина. Образцовый ансамбль грузинского танца «Сихурали» имени Джаноли Партеляни. Руководитель ансамбля «Софиколи Партеляни». Грузинский народный танец. Oh,
поет наш гость, солист Большого театра России, лауреат международных конкурсов «Алуа Тодуа» баритон, грузинская народная песня. Тодуа, Большой театр России. Партия фортепиано, заслуженная артистка России Елена Гаудатинская. Ария Родриго из оперы «Дон Карлос» исполняет «Алуа Тодуа».
Солист Большого театра Алуа Тодуа. Уникальная биография Михаила Михайловича Боброва поражает своими сюжетами. В суровую блокадную зиму 41-42 годов он принимал участие в маскировке шпилей, куполов, высотных доминант нашего города. В 40-градусный мороз на большой высоте под обстрелом пикирующих истребителей в голодном и холодном Ленинграде. Недаром здесь уже вспомнили, что именно Михаила Михайловича назвали главным хранителем ангела. В память о подвиге альпинистов на стене Петропавловского собора в крепости установлена мемориальная доска работы академика Академии художеств Георгия Ястребенецкого. На ней увековечены имена героев, укрывавших высотные доминанты города: Ольги Фирсовой, Али Пригожевой, Алоиза Зембы и Михаила Боброва. В честь героев-альпинистов военной поры прозвучит ария Женьки из оперы Молчанова «А зори здесь тихие». Исполняет Мария Галкина. Thank you.
Тоске из оперы «Пучини Тоска» исполняет Мария Галкина. Михаил Михайлович Бобров не только известный спортсмен, воспитавший не одно поколение олимпийских чемпионов, рекордсменов нашей страны, он стоял у истоков современного пятиборья и стал основоположником этого увлекательного, мужественного вида спорта в нашем городе. Более 60 лет он преподавал и возглавлял кафедры физического воспитания в ведущих вузах Санкт-Петербурга. И до последнего дня оставался почетным заведующим кафедрой, почетным профессором и почетным доктором гуманитарного университета. Там существует спортивный комплекс, созданный Бобровым и носящий имя Михаила Михайловича Боброва. Он автор и исполнитель идеи водружения флага Санкт-Петербурга на самых высоких точках всех континентов. Флаги города с его легкой руки развиваются на Северном полюсе, на горе Аконкагуа
в Америке, над Эльбрусом – это Европа, и над Килиманджаро – это Африка. Он всегда говорил: «Я люблю тебя, жизнь». И она отвечала ему взаимностью. Вальс из фильма «Петербургские тайны». Музыка Андрея Петрова и Ольги Петровой. Из книги Михаила Михайловича: «Я счастлив, что я родился в этом сказочном городе, защищал его от фашистского нашествия и живу здесь по сей день. Вот он торчит в сердце, этот Ленинград. Где бы ты ни был, если узнают, что ты ленинградец,
все к тебе льнут. Ленинградцы особенного склада люди, особый менталитет, но их все меньше и меньше. Но все равно мы с вами самые счастливые люди, потому что живем и работаем здесь, в музее под открытым небом. Я изъездил весь мир, и поверьте мне, это самый красивый город на белом свете. Особенно, когда поднимаешься на шпиль Петропавловского собора и в белые ночи видишь дельту Невы, мосты. Обалдеть можно от такой красотищи. Мой город говорит с каждым, кто выходит на его улицы. Он мудрый педагог-наставник и добрый друг, который всегда поддержит, а в трудную минуту даст необходимый совет. Эту особенность города я ощутил не один раз. Заряд энергии, оптимизма, веры в торжество добра мне всегда давал мой город. Хочется всем пожелать быть достойными звания жителей великого города. Низкий тебе поклон, Петроград, Ленинград, Петербург. Я приглашаю на сцену почетного гражданина Санкт-Петербурга, народную артистку СССР, лауреата государственных премий, примадонну Мариинского театра, профессора и так далее, и так далее, и так далее, Ирину Петровну Богачеву. Место за роялем заняла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская. Простите меня. Музыка Валерия Гаврилина на слова Александра Володина. Thank you.
за семьей, критическим взором из зала наблюдает Станислав Леонидович Гаудасинский. Станислав Леонидович, можно дальше? Не обращайте внимания. Можно? Нет, просто очень необычно для репертуара Володин и Гаврилин, правда? А вот сейчас уже что-то такое более привычное, к чему мы всегда стремимся и любим. Аве Мария Франческо Паоло Тости исполняет Ирина Богачева.
Соловьев Седой на слова Фатьянова. Наш город. Thank you.
Я хочу закончить вечер словами Михаила Михайловича Боброва. Жизнь моя, несмотря на суровые испытания, выпавшие в годы Великой Отечественной войны, считаю, была разнообразной и интересной. Я очень благодарен моим родителям, учителям, тренерам, которые сделали меня человеком, приобщили к спорту, альпинизму, путешествиям. Да и вообще, на протяжении всей моей жизни мне сопутствуют замечательные люди. У меня замечательная семья, прекрасные дети, внуки, правнуки. Так что все у меня нормально. Я люблю тебя, жизнь, Михаил Бобров.